На сцене Кремлевского дворца съездов лауреат международных и всероссийских конкурсов государственный ансамбль песни и танцев Вологодской области «Русский Север». Именно так в Москве будут встречать череповчан. В мае ансамбль «Русский Север» выйдет на главную сцену страны с номером, который с 2010 года полюбился всем зрителям в России и Европе. «Вологодское кружево» – самый душевный элемент масштабной программы «Фрески русского севера», считают сами артисты, и наиболее полно отражает широту души Вологодского края и его жителей, и красоту кружева. В этот номер, правда, вложена душа каждого из наших артистов. И за костюмы я его просто обожаю, за яркость, за красоту, за великолепие. И действительно, за исконно наш вологодский номер. Пожалуй, он вот один из таких представительских номеров и нашего коллектива, и нашей земли. Участие в пасхальном фестивале в Кремле станет частью череды выступлений ансамбля в рамках весенне-летнего тура. До этого артисты отправятся в Вологду и Санкт-Петербург, чтобы показать в преддверии 9 мая спектакль-мюзикл «Василий Теркин». Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. Раз война, раз все забудь. И менять не вправе. Собирался в дальний путь, дал приказ отставить! Эту постановку вологжане тоже полюбили, особенно школьники, которые даже подпевают известным песням военных лет. Заявок на Василия Теркина так много, что в день приходится давать по 2-3 концерта, рассказывают артисты. Но такой напряженный график только в радость. Роль дали мне год назад, было очень неожиданно и в то же время очень приятно работать в главной роли Василия Теркина. Работали мы и в школах, просвещали вот этот спектакль. По Вологодчине, по России, в общем, много-много везде. Причем постановка развивается. Василий Теркин каждый год обрастает новыми номерами, которые хорошо ложатся на образ народного героя. Кроме того, артисты продолжают путешествовать и по родному краю с проектом «Культурный десант», инициатором которого стал губернатор Олег Ковшинников. Мы уже объехали самые маленькие такие села, деревни, где с удовольствием нас встречали и хлебом с солью, и пирогами, и картошкой, и блинами. Вот. И, естественно, мы были очень-очень тронуты, потому что вот в такой глубинке мы еще не бывали. И все это ради зрителя, который знает и любит «Русский Север» за такой ответственный и в то же время душевный подход к своему делу и за возможность отметить важнейшие праздники в атмосфере музыки и танца. Анастасия Ходкова, Сергей Павлов. Новости.